Дни архитектуры детям. В рамках фестиваля для юных волокжан прошли интерактивные игры. Ребята познакомились с такими понятиями, как планирование, проектирование, дизайн 3D и брендинг. А еще построили собственный город. Город глазами детей. О том, что получилось, расскажет Алена Закатаева. Больница. Еще кто-нибудь, помогайте, вы же должны понимать. Полиция. Полиция, да, есть такое. Этот город, как и любой другой, начинается с планирования. Какие здания необходимы и где их нужно строить. Ребята быстро справляются с заданием. Школы и детские сады, вокзалы и порты, театры и парки, жилые дома. Пока только на бумаге. Мы считаем, что дети – это наше будущее, это не секрет. И через 10-15 лет это те люди, которые будут формировать облик нашего города. Мы хотим посмотреть, насколько детям это, во-первых, понравится, какой город они построят, и понять, какие приоритеты в развитии того же городской среды у них находятся. Потому что не секрет, что современные города не для детей, и это давно пора менять. Поэтому вологодские архитекторы и предложили детям построить свой город, такой, какой они мечтают видеть. Площадку подготовили в Центре культуры «Красный угол». Основа будущего города – карта. Строительный материал – деревянные кубики. Форму, высоту и назначение зданий каждый ребенок придумывает сам. В помощниках у маленьких строителей – профессиональные архитекторы. Каждый отвечает за свое направление. Первый помощник – это я по строительству, отвечаю за то, чтобы дети получали различные кубики, блоки для строительства, и также курирую общий процесс строительства города. Также у нас есть помощник по дизайну, который формирует дизайн нашего города посредством деревянных наличников. А еще помощник по проектированию и планированию. Он вместе с ребятами разрабатывает проект школы. Другой специалист объясняет, что такое брендинг. Проще говоря, чем будет знаменит только что построенный город. А для этого необходимо придумать название и герб. Я построил детский сад, магазин и... Я еще придумал название, своему городу. Ярус. Архитектор – это такой человек, который строит дома, и мне понравилось быть архитектором. Буквально за час на площадке вырос солнечный город счастья. Так его назвали сами дети. Здесь воплощение всех их мечтаний. Дворец паркура, огромные жилые дома и зоопарк с выдуманными животными. Это первый опыт детской площадки в рамках фестиваля «Дни архитектуры». Организаторы решили, что юные вологжане тоже должны понимать, как растет и развивается город, почему старина и современность гармонично переплетаются в его облике. Кстати, именно любовь к Вологде стала в этом году главной тема фестиваля. Поэтому на детской площадке появилась карта областной столицы, на которой дети и их родители могли поставить особые знаки. Домик, место жительства, квадрат, точка учебы или работы, сердечко, любимый уголок города. Где мы любим гулять? На какой площади? На площади, на Кремлевской, да? Нанести свои метки на карту смогут все участники фестиваля «Дни архитектуры». Потом эту информацию проанализируют специалисты и определят, как соотносятся места отдыха и работы у вологжан. Эти данные пригодятся и при разработке туристических маршрутов. Алена Закатаева, Михаил Прыщев, Вологда Портал.